Те, кто не вполне освоился с многочисленными финичками и примочками, может чувствовать себя не вполне комфортно. В рамках экспозиции Цибит было еще раз продемонстрировано, если интерфейс в широком смысле слова кажется вам достаточно сложным, виноват именно он, а не пользователь. Наша разработка небольшая по размерам, насчитывающая лишь самые базовые функции. Есть небольшая веб-камера, вы можете пользоваться скайпом или МСН. У вас есть также возможность проводить и видеоконференции. Ну и для скачивания фото есть свой порт. При этом к новому разработанному компанией Asus портативному компьютеру по мере надобности могут быть подключены принтер, может быть также произведен апгрейд, и можно будет увеличить объем памяти. При этом цена в розничной продаже не должна превысить 300 евро за версию с Linux и 400 за ту, в которой установлены Windows. Ну а если от напряженной работы затекла спина, можно потренироваться на велотреке или даже на маршруте, который будет составлен по вашему желанию. Ну а чтобы виртуальное стало реальным, на помощь придут запахи. Хотите те, что источают хвойные заросли? Хотите те, что висят в мареве над цветущим лугом? Каков маршрут, таковы ароматы скошенной травы, к примеру, водного источника, апельсиновой рощи. Они заложены в капсулы с баллоном кислородной смеси. И с помощью маски, которую вы надеваете, вы можете дышать таким воздухом. А можно просто взять велосипед и проехать по весеннему городу. Насчет апельсиновой рощи вряд ли, но какой-никакой воздух все же будет гарантирован.